Sveicu jūs, dārgie brāļi, māsas, dārgā draudze. Сегодня перед началом служения брат Зигмарс предложил сказать слово. Šodien dievkalpošanas sākumā brālis Zigmārs aicināja sacīt vārdu. Я немного подумал, о чём можно сказать в этот день народу. Un es domāju nedaudz par to, ko šodien tautai varētu sacīt. Сегодня восточный и православный мир начинает готовиться к Пасхе. Šodien austrumu un viss arī pareiticīgo pasauli sākas gatavoties lieldienām. В следующую неделю у них будет праздник Пасхи, воскресение Иисуса Христа. Nākamajā nedēļā svētdien viņa visa austrumu baznīca svinēs lieldienas Kristus augšām celšanas svētkus. И в Украине, насколько я знаю, многие люди тоже они делятся, кто-то празднует Пасху. По западному стилю кто-то по восточному. Un arī Ukrainā, es zinu, ir daļa, kas svin pēc rietumu kārtības, daļa pēc austrumu kārtības. И часто люди бывают задают вопрос, когда же правильно праздновать Рождество или Пасху? Un tad neret cilvēki arī tā uzdot jautājumu, kā tad būtu pareizāk svinēt gan Ziemassvētkus vai Lieldienas? И ответ может быть для каждого разный. Un atbild katram var būt atšķirīga. Но я могу сказать такую мысль. Bet es varētu sacīt šādu domu. Задайте себе вопрос. Uzdodiet sev jautājumu. Родился ли Христос в моём сердце? Vai Kristus ir piedzimis manā sirdī? Воскрес ли Христос в моём сердце? Vai Kristus ir augšām cēlējis manā sirdī? Если он родился и воскрес в вашем сердце? Ja viņš ir gan piedzimis, gan augšām cēlējis jūsu sirdīs. То для вас не будет таким кардинальным отклонением, когда правильно праздновать эти праздники. Tad jums nebūs tik ļoti pārsvarīgi tas, kurā datumā tad tieši svinēt šos notikumus. Потому что Христос есть в вашем сердце. Tādēļ, ka Kristus mīt jūsu sirdīs. Братья и сестры, Христос воскрес. Брали, мас, Христос ir augšām cēlējis. Patiesi, augšām cēlējis. Слава Богу, что он воскрес в вашем сердце. Слава Dievам, ka viņš ir augšām cēlējis jūsu sirdīs. Давайте вначале встанем на ноги, помолимся и прочитаем короткое слово из Библии. Piecēlušies, sacīsim lūkšanas vārdus un arī kādu rakstvietu no svētiem rakstiem. Великий Бог, благодарность за день, который ты подарил. Lielais Dievs, paldies Tev par dienu, ko Tu mums esi dāvājis. За то, что в этот день у нас есть возможность прийти на это место. Paldies Tev, ka šodien mums ir iespēja sapulcēties šajā vietā. Чтоб встретиться друг с другом, чтоб встретиться с тобой. Gan satikties citam ar citu, gan satikties ar Tevi. Получить для каждого из нас назидание своего слова. Saņem katram no mums pamācību no Tava vārda. Говори сегодня для каждого сердца то, что ты хочешь сказать. Runā uz katra sirdi to, ko Tu vēlies sacīt. И прими от нас за все благодарность. Un pieņem no mums par visu pateicību. Великий Бог. Lielais Dievs. Аминь. Amen. Хотел бы прочитать историю, записанную в Евангелии от Матфея в 21 главе. Gribētu izlasīt no Mateja evaņģēlija 21. Nodaļas, tur aprakstīto notikumu. Из первого стиха такая мысль. No pirmā panta ir šāda doma. Когда приблизились к Иерусалиму и вошли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с ней, отвязав, приведите к нам, придите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же это да сбудется речено через пророка, который говорит, «Скажите дочери Сионовой, вот царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне под еремной. Ученики пошли и поступили, как повелел им Иисус, привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел сверху них. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, пришедший и сопровождавший, восклицал, «Осанна, спасение сыну Давидовому! Благословен грядущий во имя Господне, Осанна Вышних». Когда же он вошел в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил, кто это. Народ же говорил, это Иисус, пророк из Назарета Галилейского. И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы мненщиков из камней продающих голубей. И сказал им, написано, «Дом мой, домом молитвы назовется для всех народов, а вы сделали его вертепом для разбойников». Аминь. Аминь. Un uzklausīsim latviešu valodā.
Kad tie tuvojās Jeruzālamei un nonāca Betfagā pie Olīvu kalna, Jēzus sūtīja divus mācekļus un tiem sacīja: dodieties uz ciemu, kas jūs priekšā. Tur jūs tulīt atradīsiet ēzeļmāti piesiet un ēzelīt līdz ar viņu. Atraisiet tos un vediet pie manis. Ja kāds jums ko teiks, tad sakiet: kungam to vajag, un viņš tūdaļ tos atdos. Bet tas notika, lai piepildītos, ko kungs caur pravieti ir sacījis. Sakiet Cijānas meitai: redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis lēnprātīgs, jādams uz ēzeļa, uz jūga ēzeļa mātes kumeļa. Mācekļi aizgāja un darīja, kā Jēzus tiem bija pavēlējis. Tie atved ēzeļa mātu un ēzelīti, uzklāja tiem savus drēbes un Jēzus uzsēdās virsū. Daudz ļaužu izklāja savas drēbes uz ceļa, bet citi cirta kokiem zārus un klāja tos uz ceļa. Bet ļaužu pūlis, kas gāja viņam gan pa priekšu, gan nopakaļ, sauca: Ozi Anna Dāvida dēlam, svētīts, kas nāk kunga vārdā, Ozi Anna augstībā. Un viņam ienākot Jeruzalemē, visa pilsēta sakustējās: kas viņš tāds? Bet ļaudis pūlī atbildēja: viņš ir pravietis Jēzus, tas no Nācaretes Galilejā. Jēzus iegāja templī un izdzina ārā visus, kas templī pārdeva un pirka. Apgāza naudas, mijēja galdus un baložu pārdevēja solis. Viņš tiem sacīja, ir rakstīts: manu namu sauks par lūkšanas namu, bet jūs to esat padarījuši par laupītāju midzeni. Āmen. Tie ir svēto rakstu vārdi. Sēdīsim, prosim. Būt sēdēties. Ja domāju, mnogi iz vas etu istoriju slišali neadnakrātnā. Es domāju, ka daudz no jums šo stāstu nereiz vien esat dzirdējuši. Etu istoriju každa raz šitājot pirms paskāļinami praznikami. Tad šo notikumu īpaši lasa katru reizi pirms iesākas lieldienu laika notikumi. Но пусть Бог благословит сегодня взять для себя какую-то новую мысль из этой истории. Taču, lai Dievs svētī, ka šodien arī varam kādu jaunu domu no šī notikuma paņemt sev. История была при жизни Иисуса Христа. Tad notikums Jēzus dzīves laikā. Но эта история или традиция берёт ещё начало у еврейского народа в Ветхом Завете. Taču šī notikuma iesākums jeb sākuma tāds sakņošanās vēl atrodama jūdu tautas tradīcijā. Потому что праздник Пасхи начали отмечать евреи сразу после выхода из египетского рабства. Tādēļ, kā Pasā svētkus jūdu tauta sāk svinēt uzreiz pēc iziešanas no Ēģiptes. У них праздник Пасхи назывался по-другому. Viņiem šis Pasā svētku svētka saucās atšķirīgi. Они его называли Песах или, как дословно переводится, тот, кто прошёл мимо. Tad viņu valodā tad šie svētki saucās Песах, jeb буртиски толкует тас, курш погай гарам. Потому что в тот день, когда евреи выходили из египетского рабства, Бог дал им одно постановление. Jo tajā dienā, kad ebreji tauta gāja ārā no verdzības Ēģiptē, Dievs viņiem dev vienu konkrētu norādījumu. Бог тогда наказывал жестоко египтян за плохое отношение к евреям. Dievs tajā laikā sodīja bargu Ēģiptes tautu par tās ļauno attieksmi pret ebreju tautu. И последнее наказание это было смерть всех египетских первенцев. Un pēdējais šis pārbaudījums sots Ēģiptes tautai bija pirmdzimto nāve. Но для евреев Бог сказал: вы принесите одного ягнёнка в жертву. Taču ebrejiem viņš sacīja: atnesiet upurim jāru. Когда у этого ягнёнка прольётся кровь, вы возьмите, помажьте вход в ваш дом кровью. Un tad, kad šis dzīvnieks uprāts ar viņu asinīm paņemiet un apslakiet durvi palodas un И когда будет проходить этот ангел-губитель, он увидит, что уже в вашем доме пролилась чья-то кровь. Un tad, kad eņģels postītājs ies garām, viņš redzēs, ka šajā namā jau kāda asinis ir izlījušas. И он пройдёт мимо, у вас никто не умрёт. Un viņš paies garām un jūs namā neviens nemirs. И с этого времени евреи начали праздновать этот праздник искупления. Un tad no šī laika ebreju tauta sāk šo izpirkšanas svētkus, šos izpirkšanas svētkus svinēt. Но у них была интересная традиция подготовки этого пасхального ягнёнка. Taču viņiem bija kāda ļoti interesanta tradīcija, kā viņi šo upuru jāru sagatavoja. Они его в первый день недели брали к себе домой. Viņi
tajā nedēļā, pirmajā dienā jau šo mazo jēriņu ņēm pie sevis. Это был годовалый яньонок. Tas bija ļoti jauns jēriņš. Если взять годовалого животного, принести в жертву, или просто как бы для своих целей его из него взять мясо, можно накормить семью на долгое время. Un vienkārši, ja paņemtu šādu gada, līdz gadu vecumam šo avi un to lietot pārtikai, tad ar to varētu ilgam laikam pietikt ģimenes iztikai. И тогда евреи они держали животных, чтобы брать из них мясо. Un, protams, ka arī ebreji tauta turēja mājlopus, lai ar tiem tos lietot pārtikā. Но Бог сказал: "Пройди по своему стаду и выберите самое ценное и самое красивое животное". Taču Dievs sacīja: "Ejiet un savā ganāmpulkā atrodiet labāko un vērtīgāko no šiem dzīvniekiem". Когда вы поймете, что это очень хорошее животное, заводите его к себе в дом. Kad jūs to atradīsiet kā labāko no dzīvniekiem, paņemiet tos pie sevis namā. Чтоб он жил вместе с вами, чтобы вы много времени проводили с этим животным и еще раз посмотрели, нет ли в нем какого-то дефекта или изъяна. Un ņemiet to pie sevis un vadiet šo laiku kopā un vērojiet, vai viņā nav kāda trūkuma. И когда вы поймете, что оно прекрасное за это время жизни с вами, un tad, kad jūs sapratīsiet, ka kopā pavadītajā laikā šis ir piemērots, labs, atbilstošs dzīvnieks. Когда вы и дети привяжетесь к этому животному за эту неделю, kad jūs un īpaši bērni būsiet piesaistījušies šim dzīvniekam, то в пятницу вечером приносите его в жертву. Tad tajā nedēļā piekdienas vakarā nesiet to kā upuri. И всей семьёй съедайте это мясо. Un visa ģimene kopā baudiet šī upura gaļu. И вспоминайте, что за вас пролилась кровь невидного животного. Un atcerieties, ka par jūsu grēkiem ir nevainīga dzīvnieka asinis izlījušas. И помните, что кто-то пролил свою кровь, чтобы ваша кровь не проливалась, и чтобы вы могли дальше жить. Un atcerieties, ka kāda cita asinis par jums ir lījušas, lai nebūtu jāizlai jūsu asinis, un jūs varētu tālāk dzīvot. Для нас, наверное, сейчас не совсем понятная цена жертвы. Varbūt mums šodien nav tik labi saprotam šī upura cenas nozīme. Потому что мы видим, какое вокруг нас есть изобилие мяса, животных продуктов. Mēs dzīvojam tādā pārticībā, kur arī dzīvnieku pasaules produktu mums ir pārpilnībā pieejami. Но, допустим, у каждого из нас есть машина. Bet pieņemsim, ka katram no mums ir autotransporta līdzeklis, mašīna. Довольно неплохая цена этого транспортного средства. Iespējams, ka tam ir sava noteikta neslikta vērtība. И вот, допустим, вы сделали грех, и за этот грех вам надо спалить свою машину. Un iedomāties, ka jūs esat izdarījuši kādu grēku, un par šo grēku mums vienkārši ir jānosvilina savu mašīnu. Как бы вы реагировали? Хотели бы вы грешить еще раз или нет? Kā jūs reaģēt? Vai jūs gribētu tā kā vēlreiz mēģināt grēkot? Вы несколько раз работали, чтобы заработать этот транспорт, но сделали один плохой поступок, и все сгорело. Un jūs esat smagi strādājuši, lai iegūtu šo vienu transporta līdzekli, un tad par savu pārkāpumu grēku vienkārši to ir jānosvilina, vai jūs to gribētu atkārtot? Да, может этот пример не совсем корректный. Jā, varbūt šis nav pārāk korekts salīdzinājums, piemērs. Но человек понимает стоимость, когда теряет что-то ценное для себя. Taču cilvēks ar to saprot tā vērtība, kad viņš kaut ko ļoti vērtīgu zaudē. Но давайте вернемся к событиям Иисуса Христа. Taču atgriezīsimies pie Jēzus Kristus notikumiem attiecībā ar Jēzus Kristu. За неделю до Пасхи он, как этот ягненок, входит в город. Nedēļ pirms Pasās svētkiem viņš līdzīgi kā šī avs ģimenē, tā viņš ienāk Jeruzalemē. Ягненка водили в дом, чтобы проверить, нет ли в нем какого-то изъяна или дефекта. Un tad kā šis dzīvnieks viņš tika ievests namā ģimenē, lai pārbaudītu, vai tajā nav kādi trūkumi, nepilnības. А Иисус при всех открыто въехал в Иерусалим и пошел дальше в храм. Jēzus visu klātbūtnē atklātībā ieejā Jeruzalemē un dodas uz templi. И его всю неделю священники, фарисеи проверяли, нет ли в нем какого-то изъяна или дефекта. Un visu šo nedēļu gan garīdznieki, gan farizei visādi viņi prašņāja, taujāja, vai viņā neatradīsies kāds trūkums, lai viņi pieķertu. Найти причину, чтобы можно было Иисуса принести в жертву, убить. Lai atrast iemeslu tam, lai Jēzu varētu nogalināt kā upuri. Но они не нашли причины. Taču viņi neatrad šādu vainu. Но все равно из-за своей зависти они его убили. Taču neskatoties uz to, es savas skaudības, viņi
panāca, ka Jēzus tiek nogludināts. Marka описывает, что когда Иисус въезжал в Иерусалим, вышло очень большое количество людей. Марка Евангелия рапрокстит, что тогда, когда Иисус ия Иерусалиме, в нём прети изнац мелзикс даудзум сляуш. И люди встречали Иисуса с радостью. Он человек сатик в нём приеку. Люди ему кричали: «Осанна, ты наш спаситель». Вини сауце Озиана, ты мусу глабейс. То есть это слово переводится как «спаси нас». Šis vārds tulkojas kā glāb mūs. Jevreji, они ждали, что придёт избавитель, придёт мессия. Un ebreji gaidīja, ka atnāks mesija, glābējs. Они ждали, что придёт тот, кто спасёт их от их земных притеснений от Римской империи. Viņi gaidīja kādu, kurš viņus atbrīvos no viņu laicīgās dzīves spaidiem no Romas impērijas. Они думали, что придёт тот избавитель, который займёт царский престол и навсегда даст им свободу. Viņi gan cerēja un gaidīja, ka atnāks kāds glābējs, kurš viņus laicīgā nozīmē atbrīvos un viņi varēs mūžīgi tālāk dzīvot brīvībā. Потому что не все люди до конца понимали, что это небесный царь, что это спаситель души человеческой. Viņi līdz galam nesaprata, domādam, ka viņš ir laicīgs valdnieks un nesaprata, ka viņš ir dvēseles mūžīgais glābējs, ir dvēseles glābējs. И в понедельник или в тот день, когда Иисус в воскресенье въезжал в Иерусалим, почти весь город вышел встречать его с восклицанием. Un tajā dienā, kad Jēzus ieejā Jeruzalemē, visi pilsēti izgāja viņam pretī ar saucieniem. Они кричали: «Ты наш спаситель». Viņi sauc: «Tu mūs glābējs». «Ты наш царь». «Tu mūs ķēniņš». Проходит несколько дней. Paiet nedaudz dienas. И в пятницу опять большое количество евреев выходит на площадь в городе. Un jau piekdien arī lielā ļaužu daudzumā cilvēki ir sapulcējušies pilsētas laukumos. Это не какие-то другие люди, это те же самые. Tie nav citi cilvēki, tie ir tie paši. И они уже кричат: «Ты нам не нужен, распни его». Un viņi jau sauc: «Tu mums neesi vajadzīgs, sit viņu krustā». Это вопрос остается для каждого из нас. Почему те же самые люди кричат сначала: «Ты нам нужен», а потом: «Распни, ты нам не нужен». Lai, ja tas paliek šis jautājums katram pašu pārdomām, kāpēc vienā brīdī viņi sauc: «Tu esi mums vajadzīgs», un jau pavisam drīz viņi sauc: «Tu neesi mums vajadzīgs». Bībeli, что сердце человеческое, оно крайне испорчено. Bībeli saka, cilvēks sirds ir galēji samaitāt. Человек поступает так, как ему выгодно в этот момент. Cilvēks rīkojas tā, kā viņam ir izdevīgi tajā konkrētajā brīdī. Люди видели, что приехал, въезжает в город великий царь, значит, его надо встречать как великого человека. Viņi redzēja, ka pilsētā iejāja kāds kā liels ķēniņš, un tā tad attiecīgi tā viņu ir jāsagaida. А потом люди видят, что вся толпа кричит: «Распни его», и люди присоединились к этим крикам. Un tad jau vēlāk tie paši ļaut redzot, ka pūlis sauc vārdu sitiņu krustā, arī viņi pievienoja šiem saucieniem. Но история показывает, что не всегда мнение большинства, оно правильное. Taču vēsturē var redzēt bieži, ka nevienmēr vairākuma viedoklis arī nozīmē pareizi viedoklis. Кажется, весь Иерусалим кричит: «Ну, святой город, почему бы и не так?» Liekas, ka visa svētā Jeruzalemes kliedz, un vai tad tā nevarētu būt, kā viņi to pauž? Но люди не понимали, они распинают спасителя. Bet ļaudis nesaprat, viņi nodev krustā sišanai glābē. В начале этой истории Марк подчеркивает такую мысль. Марк. Matfej. Tad šī notikuma galā sākumā Matejs atzīmē šādu notikumu, šādu faktu. Jēzus говорит: «Идите и отвяжите осленка, на которую никто не садился, вместе с его мамой». Sākumā Jēzus dod norādījumu atsiet atvest kādu ēzeļu māti un viņu mazuli, jeb viņa ēzelīti, uz kuru neviens nav sēdējis līdz tam. Jēzus говорит: «Мне нужен осленок, еще необъезженный, на которого никто никогда не садился». Jēzus saka, viņam vajag ēzelīt, uz kura neviens vēl iepriekš nav sēdējis, jāiz kurš nav vēl pakļauts tādam. Необъезженное животное – это довольно крепкое животное, потому что оно еще не тратило много силы. Nejājāts dzīvnieks ir vēl ļoti spēcīgs, jo viņš nav daudz savu spēku tērējis cīnoties pret cilvēku gribu. Но это неуправляемое животное, оно еще не понимает, как нужно слушать человека. Viņš vēl nav vadāms, dzīvnieks vēl nav apguvis, kā būtu jāklausa cilvēkam. И для того, чтобы объездить новую лошадь или нового осленка. Un tāpēc, lai varētu gan iejāt jaunu vai nu zirgu vai ēzeli. Его ловят, на него садится большой дядя. Viņu noķer, zin, kāds liels tēvains apsēžas.
И он несколько часов носится по полю, пока не выбится из сил. Un viņš tur tādas vairākas stundas un nesājas pa kādu laukumu, kamēr nezaudē spēkus. И когда он уже бессильный? Un kad viņš jau ir bez spēka? Он уже начинает слушать человека. Viņš tajā brīdī ir sācis klausīt jau cilvēku. Ну представьте эту картину, если бы к Иисусу привели необъежного слёнка. Un iedomāties šo attēlu, ja Jēzus atved šādu neiejautu dzīvnieku. Иисус не мог бы на нём спокойно ехать. Jēzus nevarētu uz viņu mierīgi pārvietot. Ну что говорит? Он должен быть вместе с мамой. Bet Jēzus saka, viņam ir jābūt kopā ar mammu. Когда мама идёт рядом, он спокойный этот ослёнок. Kad mamma iet līdzā, šis mazais ezelītis ir mierīgs. Какой бы он ни был бы необъеженный, он слушает не человека, он слушает свою мать. Lai kā viņš nebūtu, varbūt vēl nav iejāts, piemērots, bet redzot līdzās mammu, viņš ir mierīgs. И Соломон когда-то в притчах писал наставление израильскому народу. Он ари Саламанс рейз Израиль талтай свас гудри памацибас ракстей. Он говорит: "Настав юношу в самом начале пути". Винч тейцис маци яунекли я винь цель сакума. И он не уйдет с этого пути до самой старости. Винч то ши цель не новерсис лиц сирмам вецумам. Если ты правильно, пока ты еще отец, мать, пока ты еще имеешь отношение к ребенку, если в него правильно вложишь правильный путь, он всегда будет по нему следовать. Un tas mums kā tēviem, mātēm ir atgādinājums, ja mēs pareizi un laicīgi bērniem dosim labu ceļu piemēru, viņi no šī ceļa nenovērsīsies arī vēlāk. И прекрасно, когда в церквях всегда родители идут с детьми. Un brīnišķīgi, kad draudzēs dievkalpojumos nāk uz draudzi kopā ar bērniem. Когда родители не говорят, он еще маленький, он еще ничего не понимает. Kad vecāki nesaka, viņš vēl maziņš neko nesaprot. А с самого раннего возраста дети идут вместе с родителями в церковь. Bet jau paši agrīni vecumi viņi iet kopā ar bērniem uz dievkalpojumus draudzi. В раннем возрасте ты еще имеешь влияние на ребенка. Jaunā agrumā tev vēl ir ietekme uz bērnu. Когда он уже подрастет, когда он уже окрепнет, он уже не так будет тебя слушаться. Un kad jau viņš būs pieaudzis un nostiprinājies, viņš tev tā vairs neklausīs, neieklausīsies. И Библия говорит, наставляй его с самого раннего пути. Bībele saka, māciņ no agras bērnības. Иисус говорит, мне нужен тот ослёнок, который ещё будет слушаться своих родителей. Jēzus saka, man vajag tādu ezlīti, kurš vēl klausīs savai līdzās ejošai mammai. Чтоб я на нём на послушном мог въехать в Иерусалим. Lai uz viņa es paklausībā lai viņi varu ieejāt Jeruzalemē. И ученики все в точности исполнили, и был успех, было благословение. Un mācekļi tieši tāpat burtiski izpildīja un bija panākumi. Иисус въезжает, и уже весь народ открыто видит, это въехал в Иерусалим царь небесный и спаситель. Un tad, kad Jēzus ieejāja Jeruzalemē, visa pilsēta redz, ka jā, šis ir ķēniņš un glābējs, kas ienāk pilsētā. До этого, когда Иисус исцелял людей, он часто им говорил, иди в дом, и не говори, как с тобой это все произошло. Un bieži līdz tam, kad Jēzus dziedināja cilvēkus, viņš teica, ej mājās un varbūt nestāja domiņie. И не рассказывай. Ну jā, mēs, tad ej mājās un ja lika to nepaust, viņš lūdzu saglabāt to kā noslēpumu. Потому что еще не пришло время, чтобы обо мне все услышали открыто. Jo vēl nebija pienācis laiks, lai par viņa darbiem atklāti varētu tikt runāts. И так продолжалось несколько лет, пока Иисус нес служение на земле. Un tā turpinājās vairākus gadus, kamēr Jēzus veica savu kalpošanu virs zemes. Но в тот день он ни от кого не скрывался, он открыто для всего народа продемонстрировал, я пришел, чтобы вас спасти. Bet tajā dienā ne no viena neslēpdamies, viņš atklāt ienāca un lūk atklāja sev kā glābēju. Я ваш спаситель, идите, седуйте за мной. Viņš atklāja, ka viņš ir viņa glābējs, nākat un sekojiet man. И те, кто идут за Богом, идут за Иисусом, у них есть благословение в жизни. Un tie, kur seko Dievam un Jēzum Kristum, viņiem dzīvē ir šī svētība. Кто отвергает и не принимает Иисуса. Kas atraidu nepieņem Jēzu. Живут в своих проблемах и переживаниях. Dzīvo savās problēmās, pārdzīvojumos. И без Бога старается как-то наладить свою жизнь. Un bez Dieva cenšas kaut kā sakārtot savu dzīvi. И не всегда есть успехи, не всегда есть благословения. Un nevienmēr ir panākumi, nevienmēr ir veiksme. На этой неделе мы довольно тяжело работали. Šajā nedēļā mēs ļoti smagi strādājām. У нас было несколько пациентов с Украины. Mums bija vairāk pacientu no Ukrainas. И их надо было закончить в очень короткий срок. Un šos darbus vajadzēja pabeigt ļoti īsā laikā. И как бы в обычное время мы работаем до 5 где-то часов.
Parasti mēs ikdienas darbu strādājam līdz pulkstenes pieciem. No etu ņģēļu nužna bila zadiežavā cīpoža. Bet šajā dēļā bija jāuzkavējis arī ilgāk. No knām pacienti priehļi na krotkā vrēmē. Jo pie mums pacienti atbrauc uz īsu laiku. Eta očiņ prikrāsa vazmožna es ņimi paapšāca. Un tā bija kāda arī brīnišķīga iespēja ar viņiem pavadīt laiku. Skazāt im, što vas ļubit Boh. Lai varētu viņiem pateikt, ka Dievs jūs mīl. На этой неделе было возможность общаться с одним человеком, пациентом. Šajā nedēļā bija iespēja īpaši runāt ar kādu no šiem pacientiem. И он начал общаться в тему Пасхи. Un viņš pats sāk runāt par Pasā laika notikumiem, tēmu. И Кристина ему задала вопрос. Ходите ли вы в другие дни, кроме Пасхи, в церковь? Un Кристина arī viņam jautāja, vai jūs arī citās reizēs apmeklējat Dievnam ne tikai lieldienu laikā. Он говорит, нет, я только хожу в Пасху. Viņš teica, nē, es tikai lieldienās eju uz baznīcu. Часто люди говорят, к вам как не придёшь в церковь, у вас всегда только и говорят, Христос воскрес. Viņš saka, lai kad arī uz baznīcu neiet, vienmēr jums saka, Kristus ir augšām cēlējis. Потому что человек только один раз в год приходит в церковь. Tāpēc, ka cilvēks tikai reizi gadā atnāk uz baznīcu. И Бог говорит, это неправильно. Dievs saka, tas nav pareizi. А ты один раз в год пришёл ко мне на служение, это неправильно. Un tu vienu reizi atnāc pie manis uz baznīcu, draudz, tas nav pareizi. Я хочу, чтобы ты постоянно был в изучении моего слова и в общении со мной. Es gribētu, lai tu esi pastāvīgi Dieva vārdu izpētē un attiecībās ar mani. Но сегодня, если Бог благословит, мы еще будем общаться с этими пациентами. Ja Dievs svētīs un ļaus arī šodien vēlreiz, mēs ar šiem pacientiem pavadīsim laiku kopā. Еще раз будет возможность сказать, вас любит Бог. Un būs vēlreiz iespēja apliecināt un teikt viņiem, Dievs jūs mīl. Он не ждет, что вы только один раз в год пришли к нему на служение. Viņš negaida, ka jūs tikai reizi gadā atnākat pie viņu uz dievkalpošanu. Он ждет, чтобы ты каждый день к нему обращался, как к любящему спасителю. Viņš vēlas, lai katru dienu pie viņa tu vērstos kā pie mīlošu glābēju. И пусть Бог благословит, как мы размышляли над этой историей. Lai Dievs svētī, lai tāpat kā mēs šeit apcerējām šo notikumu. Многие люди тогда не понимали, кто такой Иисус. Toreiz ļaudz vēl nesaprat, kas Jēzus īsti ir. Но слава Богу, что он нам открылся как любящий спаситель. Bet slāv Dievam, ka viņš mums atklājies kā mīlošs glābējs. Не как земной царь, а как небесный царь наших душ. Ne kā zemes ķēniņš, bet kā debesu ķēniņš mūsu dvēseļu gans glābējs. Братья и сёстры, не забывайте читать его слово. Брали мас не адмирсисим ласит виņu vārdu. Изучайте его слово. Испетит, апгут, мацитес виņu vārdu. И пусть Бог через своё слово открывает каждому сердцу то, что он хочет сказать. Lai Dievs ar savu vārdu atklāja katram to, ko viņš vēlas sacīt. Чтобы это слово не было для нас только по воскресеньям, как какой-то праздник. Lai nebūtu tā, ka šis vārds mums pieejams tikai svētdienās vai kādos tā kā svētku laikos. А чтоб мы каждый день читали это слово Божие и получали в нём назидание. Bet, lai mēs katru dienu lasītu Dieva vārdu un saņemtu no tā pamācību. Чтобы как мы сегодня размышляли, этот ослёнок вместе с мамой шёл к Иисусу послужить. Jā, lai arī mēs šodien arī nedaudz mācījāmies par šo ēzeļu un ēzeļa māti, kas gāja un kalpoja Jēzum. Чтобы и в этот воскресный день тоже наши дети шли рядом с нами на служение. Lai savā līdzībā tam arī mēs un mūsu bērni dodamies uz draudzes dievkalpojumiem svētdienās. Чтобы с самого начала земного пути правильно наставлять своих детей. Lai jau dzīves sākumā pareizi ievadīt mūsu bērnus dzīves ceļā. И потом радоваться вместе с ними служат для Бога. Un pēc tam kopā priecājoties, kopīgi slavēt un kalpot Dievam. Братья и сестры, Христос воскрес. Брали мас, Христос ир аукшам целес. Патиас аукшам целес. Давайте встанем и помолимся. Я целуше слуксимес. И у кого есть желание, откроем наши сердца для молитвы Богу. Он камеру сердца откласим, отверсим сау сердц лукшина, луксим, кам та ир велешнас отклат лук. Аминь. Аминь. Mīļais debes Tēvs, paldies par jaunu dienu, paldies Tev par Tavu žēlastību, paldies par Tavu vārdu, Kungs svētī to pie mūsu sirdīm un mūsu dzīvēm, un ka varam kalpot Tev ar prieku, dzīvot Tavā mierā un apliecināt, Kungs Kristu Tevi kā glābēju, to lūdzos no visas sirds. Āmen. Āmen.